1 июня, в День защиты детей, в нашем городе прошло сразу несколько мероприятий, посвященных этому празднику, потому что дети должны быть счастливыми. А что же им нужно для счастья, мы узнали. Скорее всего, самое главное – это взаимопонимание. То есть родители и дети должны находить общий язык. В том плане именно, что родители понимают детей, и все у них хорошо. Любовь родителей, забота, внимание, чтобы они уделяли им время, проводили с ними. Я счастливая, когда со мной верные друзья, и еще когда я иду на танцы. Мне кажется, нужно больше уделять внимание ребенку, дарить подарки. Я чувствую себя счастливым, когда на меня обращают внимание. Можно ему сделать что-то хорошее, отвезти его, куда он захочет. Я чувствую себя счастливой, когда играет хорошая музыка. И когда случаются такие праздники, как сегодня. Следить за ними, чтобы они как бы не ударились, не поранились и так далее. Ну и еще немного баловать, но не просто вообще. И я думаю, все. Я и так счастлив, как бы. Я буду счастлива, если родители никогда ссориться не будут. Мне нужно для счастья, чтобы все мои родные были живы и здоровы. Нужно, чтобы меня любили. Когда не надо, не ругали там. Когда надо, может, там тоже ругали. Иногда баловать. Мне нужно, чтобы меня любили. Иногда помогали мне в жизни, если какие-то трудности. Чтобы иногда баловали, потому что я не знаю, какие трудности приготовит мне будущее. И, конечно же, со мной дружили и хорошо ко мне относились. На огромном небе звезд невидимо. Посмотри на мир наш удивительный. Наше небо, наша родина. По вселенной мы не посторонние. Советы, нам хочется дела, мы б тоже хотели, мы б тоже хотели.